Добрый день, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на канале Гороскоп. Как всегда, хочу попросить вас поддержать мой канал, поставить лайк и подписаться. И не забудьте нажать на колокольчик. Ну а мы начинаем. Гороскоп на 5 октября 2019 года. Я желаю вам приятного просмотра. Поехали! Овен. Весь день в душе Овна может зреть напряжение и недовольство. Окружающие будут выводить его из себя своей неорганизованностью, а события то и дело выходить из-под контроля. При этом не обязательно это нанесет Овну какой-то реальный ущерб. Его способен раздражать уже сам факт того, что все идет неправильно, не по плану. По-настоящему разрядить напряжение Овна в этот день способен только мощный эмоциональный всплеск. Любой, будь то банальная вспышка гнева или водоворот любовных страстей. Телец. Все самые удачные мысли и проекты Тельца будут связаны с другими людьми. Быть на виду, в курсе событий, сплетен и слухов – вот залог его успеха. Вполне возможно, что именно в этот день Телец благодаря своей повышенной коммуникабельности, энергичности и неотразимости сумеет завести сразу несколько весьма полезных знакомств. Или же воспользуется этими качествами в романтической обстановке, очаровав любого, кого он захочет очаровать, конечно. Близнецы. Близнецам следует быть осторожнее. Возможен острый конфликт. Близнецы будут настроены по-боевому, нервно и непримиримо реагируя на все, что происходит вокруг. Из-за этого между ними и окружающими могут то и дело проскакивать искры, а там и до грозы недалеко. Чтобы не натворить дел, о которых потом придется жалеть, близнецам в этот день стоит направить свою энергию в какое-нибудь полезное русло. Что-нибудь вроде дров на месяц наколоть, на год кофе намолоть и тому подобное. После таких трудовых подвигов им будет не до ссор, это я вам точно говорю. Рак. Настроение рака может штормить, показывая то минус, то плюс. Гнев, радость, печаль, равнодушие, благосклонность, неожиданная симпатия. Любые цвета и оттенки эмоций в этот день могут меняться с невиданной быстрологией. Какие-то из них будут вызваны внешними событиями, другие же – переживаниями самого рака. Чтобы не стать послушной игрушкой своих собственных чувств, раку в этот день необходимо контролировать эмоции, ну или хотя бы попытаться это делать. Лев. Лев способен потратить день на пустяки, однако ему самому они пустяками казаться не будут. Звезды гороскопа склоняют его к тому, чтобы преувеличивать важность любого действия и любого слова, то есть во всем делать из мухи слона. Это неплохо в работе, однако в общении экзальтированность льва может выводить окружающих из себя. Попробуйте относиться ко всему с долей юмора, иначе могучие эмоции просто разорвут вас изнутри. Дева. Дева должна быть готова к тому, что люди вокруг будут обращать на нее повышенное внимание. Среди этих людей могут оказаться и весьма важные персоны, от которых в жизни и карьере девы многое зависит. Зная об этом, дева должна в этот день постараться в любой ситуации показать себя с наилучшей стороны. Но даже если это не удастся, не беда. Главное, будьте уверены в себе, и ваша железная уверенность передастся всем вокруг. Весы. Весам необходимо сдерживаться, чтобы в общении с близкими людьми не перегнуть палку. День склоняет их к вспыльчивости и обостренному самолюбию, благодаря чему весы способны увидеть конфликт даже там, где его и в помине быть не может. Там же, где он есть, весы старательно раздуют его до предела. Их способность давить на самые больные точки в этот день на высоте. Только большой вопрос, принесет ли такая победа удовлетворение самим весам? Вряд ли. А раз так, то стоит ли вообще воевать? Скорпион. Скорпион может ощутить сильную тягу ко всему новому и неизведанному. Привычные вещи будут вызывать у него скуку, а вот страсть к новым местам, новым знаниям, новым людям обострится до предела. Чтобы удовлетворить этот исследовательский зуд, Скорпиону в этот день необходимо хотя бы в чем-то выйти за рамки обыденного. Пусть это будет всего лишь прогулка по новой улице, новая книга или новое блюдо в меню. Поверьте, оно того стоит. Стрелец. Стрелец будет склонен сорить деньгами. Даже если он обычно осторожно относится к тратам, его экономность даст бой, уступив место щедрости и безрассудству. Особенно щедрым стрелец способен быть к тем, кто ему дорог. Им он в этот день просто не в состоянии ни в чем отказать. Впрочем, почему бы иногда и не поддаться такому беззаботному порыву? Затянуть потуже пояса можно и потом. В этот день стрелец должен следовать за своим сердцем, но только в пределах разумного, конечно.
Козерог. Козерог будет неотразим вдвойне. Во-первых, в своих собственных глазах, и во-вторых, в глазах окружающих, которым передастся его сногсшибательная уверенность в себе. Харизма Козерога будет в этот день помогать ему и на работе, и дома, и в общении с людьми. Главное не перегибать палку и не заноситься. Если окружающие увидят, что Козерог смотрит на них сверху вниз, его преимущество улетучится как дым, превратившись в непростительный недостаток. Водолей. Водолей будет обладать особенным магнетизмом, даже против воли, привлекая внимание окружающих к себе. Для этого ему не придется что-то особенное говорить или делать. Его молчание может оказаться не менее интригующим, чем его слова. Звезды гороскопа советуют Водолею использовать это в своих интересах. Заведите знакомство с нужными людьми, обеспечьте себе поддержку в каком-то деле, или просто вкружите голову кому-то одной лишь улыбкой и пристальным взглядом в глаза. Рыбы. Мозг рыбы открыт для новых идей, а сердце для экстремальных эмоций. Это отличный день для того, чтобы выйти из привычной зоны комфорта и попробовать что-нибудь новенькое и острое. Ничто не будет в этот день будоражить кровь рыб сильнее, чем балансировка на грани привычного и непривычного, дозволенного и недозволенного. Флирт с незнакомцем, неожиданное предложение, экстремальный спорт. Почему бы и нет? Все, что не запрещено хотя бы раз в жизни, нужно попробовать, вы уж мне поверьте. Благодарю вас за внимание, хорошие мои. Я желаю вам отличного дня и прекрасного настроения. До новых встреч. Пока-пока.